Всем здорова, друзья! Меня зовут Шоки. Сегодня у нас очень необычная обстановка. Нас снимают две профессиональные камеры. У нас здесь 4-5 профессиональных блогеров. Злого не будем считать. Спасибо, Кейс Мани, за то, что дали. Не, я скажу это. Короче, в общем, этот ролик проспонсировали полностью Кейс Мани. Они сделали реальный контент для вас. Они мне подогнали очень много ключей и скинов. Очень много. И они нас сегодня угощают тут. Так вот, мы будем все кейсы открывать. Огромное количество. И то, что будет падать, мы разыграем среди вас. Друзья, если что, вот этот скин, который мы выбили, сегодня самый дорогой, мы его разыгрываем. То есть это сильно. Поэтому ставьте лайк под этим роликом, подписывайтесь на этот канал и подпишитесь на мой инстаграм, где я уже завтра разыграю этот скин в прямом эфире. А мы идем дальше. Никаких спойлеров в комментариях не будет. Если мне упадет ножик, никто об этом не узнает, я все буду удалять. Просто садитесь и смотрите кайфный ролик. По-братски, вот за такой контент, я думаю, что можно поставить лайк. Да, почему бы и нет? Я поставлю 2. Да, поставь 2. Он потратил 10 тысяч на это помещение, чтобы здесь снять. Да, это помещение стоит 10 тысяч в час. Это вы сейчас хотите, чтобы я оплатил? Да? Нет, вы... Все. Так, короче, давайте начинать, погнали. У нас 200 кейсов. Ребят, я участвую в турнире не по CSGO, а по Warface. У меня пригласили, мне интересно, я раньше играл в Warface. Так вот, я участвую в этом турнире, где также приняли участие 8 блогеров. Чего? 8 блогеров. Турнир называется Warface Fantasy League. И в этом турнире у блогеров 4 киберспортсмена в команде. И мы играем. Уже 4-я игра завтра. Этот турнир проходит при поддержке компании Intel и акции Intel Gamer Days, в рамках которых вы можете купить игровые ноутбуки по очень хорошим ценам и большим скидкам. Ссылка на предложение Intel Gamer Days есть в описании, но также ссылка на турнир по Warface, где я участвую, также есть. Совсем скоро будет финал, если я дойду, то я приезжаю опять в Москву и играю на лане. Короче, ребят, этот интерактив мне нравится. Мне это интересно в любом случае, поэтому я надеюсь, вы меня поймете. Если с первого кейса упадет ножик, что делаем? А дашь его мне? Отсосешь мне? Да. Эй, давай тебе без таких вот умных шуток. Ну тоже нормально. О, там было красное, видели? А можем, типа... Не трогай. Стоп. Павел Интеграциевич будет открывать кейс. Когда сидим, открываем кейсы в Москву-Сити, а вместо коврика шапка, блядь, за 200 рублей. Шапку. Интегрируйте шапку. Я тебе идею для ролика придумал, слышишь? А. Оплачиваю ресторан скинами. Предложить официанту? И нас нахуй выбросить с окна. Вот этот кейс открой, вот этот. Это не этот, блядь. Да надо типа рукой своей. Вот этот, да, все, нож. Чекаем. Таверна злива. Так, красная. Я же говорил, красная пролетает, значит. Фак, представьте реакцию ребят, когда упадет ножик. Я просто. Я разобью. Мне кажется. Радуюсь. Ладно, давайте так, хорошо. Я плачу, давай, если этот ножик будет стоить 25 тысяч. Давай. И больше. Ты охуел. В смысле, а при продаже представь, что будет. Короче, наш счет в этом ресторане. Зной в кино 6. У нас какой счет был? 14 тысяч счет был в этом ресторане. Если мне падает ножик за 20 тысяч, я плачу это. Да. И возьмешь. Не-не, 22. Там комиссия огромная. Так, давай не выебывайся. Блин, я вот сейчас открываю вообще все мимо. А никто не платил? О, $5 выпало, наконец. Слушайте, как ускорить скорость CS? Как это ты хочешь? Да, хорош. А что мы там читерские команды делаем? Бош! Эту реакцию вставишь сначала, вот. А, да, нормально. Это правдоподобно. Так, Флекс, открывай давай. Так, это, пока шоп не видит, я флиртую с ящиком. Сейчас отгатит его. Эй, я флиртую с ящиком, говорит. Ну, кстати, Галил. Ну, как? Галил. Галил. Подожди, мы тратим кейсы шока, пока он что-то гуглит. Он гуглит, ебался с Москва-Сити без палева. Так, пацаны, мы тут открываем кейсы, как бы никак, стоит за это поставить лайк. Мы приехали с другого конца мира, чтобы открывать шоком кейсы. Самвел Гатян, злой Тавернян и Флекс. Злой Салов. Салов, злой Салов. Эй, не работает, он не ускорился. Да это даже фигня. Какая-то деревянная. Подожди, Паш, что-то надо колдовать на клавиатуре, по-моему. Слышишь? Может, извините. На рандоморг? Да нет. А может, еще свечку поставим? Ну, я бы мог, кстати, у меня нет свечки, то есть. Что? А что я сказал? А сколько денег стоит? Доллар. А, о! АВП падает, она стоит хорошо, $5. О, уже чайник попили. Блин, а если упадет ножик, блин, так будет неприятно. То, что мы это не видим. Что? Если упадет ножик, мы это не увидим. Как это не увидим? В плане, желтое не пролетит, это самое крутое. Оп, братик, как тебе такое? Доллар? Да, да. Так, ребят, все очень плохо. Нас выгоняют уже из ресторана, потому что мы засиделись. Мы не выбили ножик просто. Да, но мы еще не выбили ножик. Просто, мы просто так раскручиваем сейчас весь баланс. А можно продлить не на 2,5 часа, а на час? Можно на 30 минут продлить? На 40 минут? Ну вот, за потери... Ну... Кальян давайте тогда. Давайте. А, можно еще один кальян и все? Ну, если на час. На час, да. Как раз за 12, да?
Все, хорошо, хорошо, договорились. Да, шикарно. Спасибо. Все мимо. А можно я открою? Да, я давайте. Кейс, ребят, и, давайте это давай. Больше этого. Если я... Что лучше? Больше актива. А, ну сейчас мы, блядь, петарды... Один, два, ты три. Так, давайте, сразу. Погнали. Короче, есть порноактер, который в логике снимает. Алло, привет, мы тут кейс открываем, да. Ты порноактер. Ладно, давайте, один кейс откройте. Давай. Чисто шально. Не, ну ты сейчас ключ выбрал, ты открываешь. Хорошо. Да. Типа, знаешь, дверь открыл, и у меня сразу... Ну, давай, слушаешь, экстрасенсом наймем, чтобы они угадывали, где нож. Классная идея, чувак. Фак, это круто. 50% Я записываю, я записываю. Пошел. Фак, а где найти их? Короче, друзья, это лучшая идея для ролика, серьезно. Блин, прикольно. А представь, как она будет играть. Можно в роли экстрасенса позвать. И такой шар, понял? Там и там кейс тупо. А если по рофлу этого дебила переодеть бабку? Помните, мы смотрели шоу, где пацан пятки лизал? Чего? Да, какие у вас с ним обсуждения мерзкие. А что ты хотел? Мы играем в CSGO, алло, блядь. Будешь что из кейса выпадать, Гейб, алло, я могу позвонить ему, кстати. Позвони, во-первых, позвони Гейбу и на украинском. Я могу с двух телефонов. Да почему вообще все мимо? Гейб Ньювелл, нам зара надо пару... Гейб Ньювелл, нам зара пару сундуків надо, скринів. І що там були якісь ножички, то дуже чудові, причудові, рознокольорові, да? Це працює? Рознокольорові, скажи. Що таке рознокольорові? Рознокольорові. Рознокольорові. Разнокорлёви. Разнокольорови. Разнокольорови. Давай пока Шок открывает кейс, какой-то челлендж придумал. А тут если сейчас выпадет такой прям... Да ты разбиваешь. Ты гатит. Ну допустим. Ты чё? Ты чё тупой? Ты чё, блядь, срать давно не срал? Ты будешь два дня сушником. Это соевый соус. Соевый соус. Опа. Пошёл. $5. Мимо. $1. Блядь, чувак, что это за кейс? Я, короче, вторую сеть включил, если твой на эту упадёт, на мой переключится автомат. А что нахуй тебе интернет? Чтобы он кейсы открывал? Да, мы на сервере. На каком сервере? CSGO. CSGO. В Steam. А, думаешь, кейсы офлайн? Офлайн кейс. А представь. На Артмане можно взломать? На пиратке сидим, открываем кейсы. Короче, все, я устал. В смысле, ты устал? Нихуя, поплацал три раза. Вот сейчас. А давайте снимешь ролик. Сейчас смотрите, желтая. Оп. А да? Давай ты ролик снимешь, где ты сравнишь две работы, открывай кейсы и пиздячить на заводе. Что лучше, да? Да. Сколько кейсов осталось? Сколько здесь денег в кейсах? Ну нахуй, смотри, лагает. Вау, лайфхаки. А мы еще кальян курить. Пошла подкруточка, пошла. Да, это подкрутка была. Давай еще раз попробую, вот так вот. Смотри, сейчас будет хлоп. Хлорка, на. Что? Что ты делаешь, блядь? А мы не видим, что падает, прикол в этом. Класс, блядь, а реакция наша какая? Вау! Вау! Смотри, как он тратит азартные деньги. Алло, сука, зарплата моей брюки. Сейчас интернет упадет. Пошел патруль. Готовы, что выпало? Может, патруль в CSGO пойдем? А что ты, блядь, что он навыбивал? Синевы какой-то? А, ну все, пиздец. А что, все по пизде пошло? Нет, все хорошо. Да что ты за парша ебаная падает, блядь? Вообще ничего не... А, представь... Не, дядя. Я и Ньювелл, блядь. Сейчас упадет что-то. Сейчас упадет очень мощно. Я ни во что не верю, на самом деле. Смотрите, уже красный пролетает. Да, с CSMoney настолько крутой сайт, всегда им пользуюсь. Да, я вот один раз... Да. А я раз с девочкой совокуплялся, и когда... Мне скин, обмен скина пришел, я ее сразу скинул с себя и обменял скин на CS Money. Я больше рекламу не возьму никогда, чувак. Да нет, CS Money красавчики. Это не рофл, они хорошо работают. А давай буду на украинском, на украинский CS Money. Дай сюда свой компьютер ебучий, давай тебе навидкрываю. Вот это я понял тебя. Ты хорош, ты конченый, я не могу. Украинский CS Money. Шапочка такая прикольная. Добрый ранок, господарь. У нас специальный коврик. Зибра, блядь. Нормальный коврик, мне нравится. А давай играю CS Money на украинском, ее раскладка украинская. Блыскавка, а вот блыскавка. Ниш нахуй, дай сюда, я на гуду, на чарю. Ты видел? Ну это хорошо. Мы продлили на час. А ты самый хитрый тут из хаты, самый хитро выебаный. Зараз мы тобі ножа выбьем, дивись. Раз, два, три, и ниш падає сюди. Оп, раз, два, оп, нихуя, все, вытекаем здесь. О, тут написано лох. Токсик. Лох. Это было бы актуально в этой ситуации. Короче, давайте подумаем. Если ты был бы экстрасенсом, куда ты бы тыкнул? Дай мне вот этот шар, слышишь? Дай мне вот эту стапель. На его глаза, синие. Стой, я знаю. Ниже. И вот этот. Чувствую, пахнет золотым шмотом. Чем-то пиздат. Если нет, я это кидаю в гости. Не, это пристрелочный. Это не работает. Пристрелочный, да, еще раз. Все, стой. Ну куда, ебать? Извиняюсь. Сука, экстрасенса нахуй пинай. Так, все, следующий кейс твой. Статрек, не, ну 5 долларов. 3 рубля. 5 долларов? Да. Я хочу, знаешь, как сделать? Нижний, самый внизу, самый последний, он самый одинокий, он ждет тебя.
Он как одна девочка на танце. Еще целый час мы можем тут смеяться. Хочу смеяться сейчас. Нормально, в принципе. Меня все устраивает. Может, сейчас? Бля, чувак, ну так тупо такая синька падает, ты не рот ебись, бля. Я не знаю, даже красного не выпал. Слышишь, а если прогнозы погоды в Телеграме продавать? Просто типа, экспрессы погоды. Да ладно! А почему никто это не делает? В Инстаграме будут прогнозы погоды, да. А может, я не знаю, в стриптиз-клубе еще кейсы пооткрываем, честно. А он задумал, чувак, что ты... Я думаю, я в кинотеатре не открыл кейс. На свадьбе, на своей же свадьбе можно открыть кейсы. Выйди замуж, ой, женись и на свадьбе. Выйди замуж. Открываем кейсы на свадьбе. Петя, скажи до 10 цифру любую. 18. 9. До 8. 9. До 8. 7. А я 3 беру. Так, если сейчас падает, то я тебе за этот ролик X2 оплачу за работу операторства. Охуеть, он тупо сидит и чилит и смеется, блядь. Иди поработай. Ты умный. Дай сюда камеру. На. Нет, я актер, я не оператор. На. Не, ты теплый. А ты знаешь, как открывать? Нет, это крыса, да? Да. Нет, крыса. Ну, короче, выбери кейс любой. Если что, это коняльщик этого ресторана. Да. Сейчас станет учеником лайфхакера третий сезон. Зеленый, да? Да. Давай еще один. А сколько ключ с кейсом стоит? Одно открытие стоит 300 рублей. То есть с чека выпишешь 300 рублей? Что? Расплата за кальян, за мануха. Он сейчас потом скажет, там 50 кейсов открывал, все, мы расплатились. Здесь мы купили на 1500 долларов. То есть нас проспонсировали CS Money. CS Money, ссылка есть в описании. Лучший сайт в мире про минус кино, ссылка в описании. Ладно. Ну, ладно, давай, короче... Ну, кальян уже купили, да? Да, это же шутка какая-то. Слушай, сможешь рассказать какие-то интересные факты? Какой из чеков был самый большой за всю историю этого ресторана? Ну, 1100? Больше. Больше? Да. А сколько это было? Ну, в среднем где-то 300 тысяч. 300 тысяч за один чек? Это что, они 40 кальянов заказали? Это был медийный человек? Ну, популярный или просто... Популярный был человек? Не, популярный. А, значит, не блогер. Не блогер, нет, точно. Каких блогеров вы знаете здесь? Пранкеры, блогеров знаю. А, здесь был Литвин? Литвин нет, Литвин здесь не было, Литвин лично знаю, Субу знаю. Mm. Здесь был Вадим. А, Вадим. Сява был здесь. Сява? Сява, да. Блин, я таких не знаю. Ладно, последний кейс, выбери и все. Последний? Да. Какие у тебя были самые большие чаевые? 12 тысяч. 12 тысяч? Кто тебя оставил? Кто? Блогеры точно не оставляют. Серьезно? Они вообще не оставляют? Блогеры не оставляют? Блогеры нет, они нам поражены. Да? Да ладно. А если взять лучше эти 300 тысяч и обменять где? CS Money. На CS Money. Чилик, прикинь, ходил на iPhone тут собирал. Говорит, я за неделю тут шестерку. Серьезно? Да. Я похуй. Болу видео есть. Да ладно. Что вы скажете про 11-й? Будете брать? Это уже техноблок начинается. После этих открытий я тоже не буду. Без этих открытий даже билет домой не хватит. Да вы рофлите, ну серьезно. Кто это сделает? Блять, почему одна хуйня падает? Ей! Почему тут Вы понимаете, что мы открыли кейсы 150? А нихуя не упало. Лучше бы, знаешь, что сделать? Скажи по опыту, типа, все эти ключи обменяли на CSGO Money. Хоть красным должно было упасть. Я сейчас разобью тут что-то. Эй! Надо гейпа наказаты. Алло, покадёк, давай нам скины. Петь, опасно сейчас открывать кейсы? Опасно? Нет. Сколько батарейки? А, 4%. А давай подворотник. Не опасно. Подписчики, CS Money, блядь, такой охуенный сайт. Я там меняю скины каждый день, блядь. На что? Там на ножи, там, на HBP, на продукт. Ну, иногда, да. Я палку колбасы на CSGO Money выменил. Да. Скинул 10 скинов и палку колбасы. Да не, вот так я держу. Хорошо. На бы поставь. Представь, что держишь. Я уже машинально открываю кейс. Если упал бы ножик, я бы не заметил на самом деле. Я не смотрю даже на экран. Кто у меня авиарежим поставил? Я. Ну мы в самолете по факту. Это же большой. Боишься высоты? Все сказали я. Мы кейс, мы, блядь, ебаны ниже откроем, нахуй, иначе сейчас новый. Ниже. Шок, мы уже двое суток тут снимаем. Я вас мучаю. Моя ужасная история. Оператор без зарядки уже снимать. Просто держит, получает зарплату. О, наконец-то, что-то упало. Ты не напрягайся. Давай, что, гладим, мы его все гладим. Сколько это стоит? Это, как думаете, сколько? Ну, долларов 30. 1500 должно стоить. Внимание, это стоило... 15 долларов, 1000 рублей, нормально. Ты в сосну ебался, мы тут 40 минут 15 долларов сидели. Давайте братишка нам позвоним. Да, молодой. Вова, скажи цифру до 8 любую. 7. Вова, ты в лотерее, Вова. Открываем кейс. Ты выиграл миллион. Так, и чего? Дигл говняна за доллар. Ну все, с тебя 2 доллара. Бля, ну вы и чушь.
нахуй вы мне ходите, блядь. Все, давай. Не, ну свой прикол, да, есть. Если жить в Москва-Сити, играешь КС, сзади у тебя такой фон. Ну это очень круто, согласен. Это интеграция Москва-Сити? Ссылка на скидку есть в описании, 50%. Мы выпьем хоть что-то? Я не знаю, что это. Он говорил, что оплатит, нихуя, блядь. Мы будем открывать тут, сука. А, этого ждешь, да? А, нет. Вырезаем. Нет, оставляй. Вырезаем. И что, уже все ключи поспечись? Не-не-не. А сколько еще? Еще много. Сколько? А, операторы не хотят. Короче, друзья, тут уже перебор идет по таймингу. Короче, сколько мы открыли кейсов? 150 тысяч. Мы очень штук много. 200, 200, есть, штук 200, есть. Штук 200 мы открыли. А сколько ты закупил? 500? 500, тут было 500 ключей, да. А, сейчас проверим, сколько мы открыли. Контейнеры и другое. Кейсы. Ну, короче, не знаю, вот все кейсы, которые остались из 500. Ну, примерно, ну, 250. По 8 в ряд, по 8 в ряд. 8 в ряд, раз, 2. 10 в ряд, нет? 8 в ряд. Ну, штук. Тут ну, нахуя. Тут 30, 8. Да, ну, тут короче, 250 штук мы открыли кейсы. Короче, друзья, по-братски, просто... Ладно, я открою 300 кейсов в следующем выпуске на огромнейшую сумму, если здесь будет 30 тысяч лайков. Максимально поддержите, по-братски, и мы должны добиться в этой битве с Гейбом этот ножик. Не знаю, как он будет, но он должен очень дорого стоить. Ребята, которые были в этом ролике, они... Мы трахнем Гейба! Они будут в описании. Всем огромное спасибо. Надеюсь, что ролик вам понравился. Спасибо Кайсмани за такую поддержку. Большое. Кайсмани, красавчик. Ну а сейчас наша следующая цель — это 300 кейсов. Ждите ролик, он выйдет уже через неделю. Плюс-минус. Так, возобновляем запись. Заново записываем еще 300 кейсов. Все, в том ролике. Да. Все, всем пока, спасибо большое. Всем пока. Very, very careful about this point.